Привет, друзья! Это истинный исследователь, исследователь, можно сокращенно, обзор компьютерного железа, салазки, корпус, размер 5,25 для двух дисков. Естественно, 3,25 и 2,5 дюйма. Производитель как будто Thermaltake, но на самом деле производится на одних и тех же заводах в Китае. Неизвестный производитель, именно как завод называется, но сделан, как я вижу, нормально. Качественнее не бывает. Давайте посмотрим. Два места. Это видите, под большой диск, это под маленький русский диск. Включение-выключение. Это хорошо. В предыдущем у меня, который под один диск, не было включения-выключения. И чтобы диск выключить, приходилось вот так крышку вынимать. Он стоял, туда пыль попадала. Неудобно. Ключик, я понимаю, только на маленький. Ну, почему так? Мне кажется, неудобно. Два USB совершенно ненужная штука. Я не понимаю, зачем они. В нормальных корпусах они есть. Сейчас даже самых дешевых, которые 3-5 тысяч стоят. То есть они там есть каких-то старых корпусов. Но тогда, ну, может быть, да, для совсем старых. Хотя уже во многих, я говорю, есть более-менее серьезных фирм, а везде есть, поэтому не понимаю этой штуки. Ну, хотя, может, кому-то и пригодится. По мне, просто лишнее удорожание. На AliExpress они стоят от 2 до 3 тысяч. Есть под разные варианты. Два маленьких диска, большой и маленький, три маленьких даже. Но здесь вот такой попался. Мне нужен был в основном для маленького диска. Крышек нету, это хорошо для охлаждения. Но вот видите, снизу сверху этот маленький отсек, он подпружинивает, а нижний нет. Не очень понимаю, почему так сделано, но в общем достается нормально. Так, жесткие провода 3.0, конечно. Здесь вы видите. Так. Питание подключено. То есть питание только сюда подключаем, сюда оно подводится. И два разъема SATA. Здесь и здесь. Здесь есть недостаток, самый серьезный. Сейчас я даже покажу тогда вам. Давным-давно все разъемчики SATA с защелками, чтобы не отлетали, потому что отлететь они могут очень легко. Здесь при дорогой цене в наших магазинах продаются дороже, в 2 раза, 4 тысячи и дороже стоит. Защелок, места для подзащелок нету. Вот у верхнего, видите, я вставляю, но более-менее еще держится в верхнем. Здесь вот есть планочка. Да, на самом деле зацепа там нету. Так. Не за что там цепляться, там. Что-то я плохо вижу. Ну, по-моему, нет зацепов. А здесь, как видите, вообще ничего нету. Вот видите. Просто вставляется и очень свободно снимается, просто очень свободно. В верхнем еще более-менее держится. Конечно, это
расстраивает. Все остальное это нормально сделано из нормального металла. Как так? Ну, видите. Так, не понял. На том фокусируется. Вот. Хотя сам разъем вот с этой стороны он качественный и еще видите с патентованной такой полосочкой, которая сдвигается вниз как бы на много количеств открытия закрытия, а вот внешняя часть не продумана. Но это такая вот дегра инженерия и в дорогих устройствах азиатских она постоянно присутствует, поэтому я и Асусы там великие ругаю. Но ничего бы мне стоило вот зацепочки сделать. Я сначала даже не замечал, но потом человек один написал, и действительно это несерьезно так делать. Так, вот здесь, блин, провод мешается. Не нужен он. Ну, мне не нужен. USB 3.0 здесь этот дебилоидный. Они еще криво сидят. Разъемчики. Посмотрите, они немножко криво. Некрасиво как-то сделано, видите. Вот прокладочки, резиночки. Вот видите. Так, демпфирующие такие вот прокладочки. Это хорошо. Молодцы. Ну, в общем-то, все. Для чего салазки нужны? Они нужны для того, чтобы быстренько менять жесткие диски и использовать их как съемные. Либо можно даже постоянно сюда поставить и в случае какого-то шухера просто выньте его и выкинете или разобьете, что вам нужно. В общем, нормальная вещь. Раньше салазки были такие. У меня тоже были салазки. Прикручиваешь, потом коробочку вставляешь, потом эту коробочку дальше, еще в одну коробочку. Это нормально. И если диск стоит 2000, это как цена USB-флешки, а все-таки он понадежней и места на нем побольше. В общем, никуда жесткие диски обычные не пропали. Сюда, естественно, можно SSD ставить. Туда тоже через переходники SSD. Нормальная вещь, нужная. Потестирую уже конкретно и еще, может, сделаю второй ролик, расскажу. У нас, как я сказал, стоит в два раза дороже. Это просто шок. То есть покупайте лучше, конечно, на Алиэкспрессе. Там 2000, те же самые производители, все тот же самый 100% производитель. Ну, это такая наценка бандитского строя. Так, что еще? Ну, в общем-то, все. Единственное, расстроило, зацепа нет. Это, конечно, в верхнем он еще держится, а в нижнем очень слабо. Это серьезный недостаток. То есть поставим, ну что ж, четверочку поставим ему. На этом все. Пока, ребята. Это был исследователь, обзор салазок быстросъемных для диска, для двух дисков. 2,5 и 3,5. Пока.